Всем привет! Впереди выходные и самое время подумать, как их провести и продуктивно, и отдохнуть. Какая программа подготовлена в Самаре, расскажу прямо сейчас. В России отмечают 8-летие присоединения Крыма. В Самарской области, как и по всей стране, запланирована масштабная праздничная программа. Стартует все с тематической фотовыставки «Крым и Россия. 8 лет вместе». По 30 марта фотоработы можно будет увидеть на мультимедийных экранах на склоне Площади Славы. А кульминацией станет праздничный митинг-концерт «Русская весна», в котором примут участие как самарские коллективы, так и приглашенные эстрадные артисты России. Онлайн-трансляция концерта будет доступна в группе «Самарская область» ВКонтакте. В эту субботу Самарская библиотека народов Поволжья приглашает самарцев на семейный уикенд. Поиграть в настольные игры всей семьей предлагают на Ленинградской 7. Гостям предлагают совершить путешествие по России и Африке с игрой «Мема», проявить смекалку и разгадать загадки с помощью игры «Ума-палата». А еще поиграть в шахматы, шашки и уголки. Они так видят. Самые разные самарские художники выбрали из своих коллекций самые, на их взгляд, актуальные работы. И случилась выставка на данный момент. Красочная, с разными оттенками настроений. Калейдоскоп из чувств и ощущений самарских творцов можно посмотреть на Некрасовской 2. Проект открыт до 27 марта. В воскресенье вечером самарцев приглашают в ДК «Заря» на вечер авторской хореографии. Это слияние современного танца, образов и разных стилей. Будут представлены постановки «Три девицы налегке», «Три девицы в ветерке», «Ночные истории» и спектакль по произведению Иоганна Баха «Чикона» под живую музыку. Во втором блоке представят спектакль современной хореографии «Над землей». На этом все. Всего вам доброго. Пока-пока.